Дорогие друзья, у нас срочное включение. Дело в том, что один мой подписчик, мой братишка, скинул мне ролик для разоблачения. Но, как оказалось, тут вообще не надо ничего разоблачать. Просто смотрите! Фит-сервис – это современный автосервис. Новейшее оборудование, автоматизация процессов и уникальная система диагностики. Наш сервис придет вам на помощь в 39 городах России. От Москвы до Владивостока. Наши сотрудники не только вежливы, но и квалифицированы. Ведь они проходят обучение в центре FitLab. Такого в России еще не было. Вам нужно только приехать, об остальном позаботится Фит-сервис. Это просто жесть! Это все постановка! Актеры, пожалуйста, я нашел их. Раз актер, и этот второй тоже актер. Этот, между прочим, играет весьма херовенько. Фит-сервис — это нормальная тема. Я сам им пользуюсь, там, ТТ-шку переобуваю у них. Ссылка, если что, есть в описании. Но ролик-то этот постановочный! Я не понимаю, вы кого наебать-то пытаетесь? Это же видно, что это все реклама! Одна огромная реклама! Короче, братишки мои, я сейчас сделаю реальное свидание с красавицей, чтобы навсегда закрыть вопрос про постановки, не постановки. Нашел одну телочку. Короче, она вот-вот должна прийти. Все на ваших глазах, в этот раз все в прямом эфире. Ну че, где ты есть-то, ёпта? А, во, идет. Привет. Привет. Что такое? Что, у меня на лице что-то ржешь? Нет, а ты блогер, да? Нифига я попала. Да не, какой я блогер, ты чего угораешь? Я этот, я братишка, так, у меня есть там блогер знакомый, но я-то не блогер, какой я блогер? Все, пошел ты нахуй, господи. В первый раз узнали. Ну ничего, я не отчаиваюсь, еду еще к одной. О, вот она. Ты запрыгивай, не стесняйся. О, привет. Привет. Привет, ну чё? Как делишки? Отлично, хорошо все. Чё, голодная, в ресторан-то поедем? Нет, я сейчас салатик с тунцом съела. Нормально, не голодная. Салат с тунцом? Ну да. А чё, может, следующее твое блюдо, это будет салат с хуйцом? Машину, стоп! Останови машину. Чё такое? Ничего, просто останови машину. А чё случилось? Ничего не случилось, останови машину. Всё нормально, что же общались. Что за шутки-то такие? Нормально общались, мне так, не смешно. Стоять, ты эклер-то будешь есть? Какой эклер? Такой эклер, который... Ты иди, съесть, блядь! Бомбит! Меня бомбит, сука! Короче, братишки, это просто полный пиздец! Я вообще не ожидал, что это будет настолько тяжело делать с настоящими тёлками. Вроде вырубил, да? Алло. Да, это я. Короче, все, как договаривались, там встречаемся и записываем. Да, да. Да просто это, импровизировать буду. Какой сценарий? Ну, конечно, не обижу денежкой. Че ты? Косарь 300. От души. Ну все, давай, накрасься нормально. Заебали, блядь, эти выебанные в рот братишки. Поехали, братишки. Короче, сейчас будет реально нормальное свидание с красавицей. Иди сюда. Давай, иди. Привет. Привет. Ну ты дурак. Заебись. Ну чё, давай рассказывай, ты там чё, учишься, работаешь? Не работаю, учусь. В
А работать-то когда пойдешь, а? Ты странный. Танцуй, танцуй, блядь! Там, где ты танцала, я согласен на все, на что ты намекала. Ты моя тропикана, залечи мои раны. Я с тобой будто пьяный, тобой будто пьяный, тобой будто пьяный. Так, 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 так. Алло, блядь, тихо! Тихо! Тихо, блядь, все, успокойся, нахуй, не шутки. Алло, да, Миранчик, я слушаю тебя. Ты придумал новый влог со мной? Где я эклеры жру с говном? Конечно, братишка, не вопрос, братишка, Амиран, для тебя. Да, сказать, так, почему? Потому что я твой хороший мальчик. Ну че, сука? Продолжим. А? Сука! А, сука, блядь! Шлюха! Шлюха! Так. Ну че, ребята? Мне кажется, свидание в этот раз точно удалось. Надо пойти по традиции подарить нашей красавице цветы. Поехали. Сейчас откроем перед красавицей все карты. Это, короче, розыгрыш был, слышишь? У меня канал свой на Ютубе. Афоня ТВ. Афоня ТВ. Это розыгрыш? Да, да ну нафиг. Блин, я реально повелась. Да все верят, это нормально. Нифига ты такой крейзи. Да все верят, это нормально. Дай мою куртку. На, это те цветы. Короче, я думал, что ты вообще выйдешь, когда я пердеть начал, но ты что-то не вышло. Все, подписывайтесь на канал, скоро будет реально качественный контент, все нормально, ребята.